Добрый день, мои дорогие друзья. Я поняла, вы очень любите танцевать. Ну, конечно же, я с вами тоже люблю танцевать. Но, чтобы красиво танцевать, есть некие законы или каноны танцевальной этики, да? Мы сегодня с вами, конечно, танец никакой учить не будем, но проведем несколько силовых упражнений. Для занятия нам пригодится любая скакалочка, резиночка, которую вы завяжете, соедините. Вот. И наш, конечно же, коврик. Упражнение на развитие связочек, для того, чтобы у нас тянулись носочки, были красивые ручки и спинка. Готовы? Итак, первое упражнение вам нужно будет взять в руки резиночку, встать боком, можете на коврик, ноги на ширине плеч. И наклоняться вперед, а ручки стремиться, чтобы они у вас были над головой, назад. Раз, два, три. 4, 5, 6. Это упражнение сделайте 10 раз.